Всем привет! Сегодня хочу показать два десерта, которые готовятся не более получаса вместе с временем на выпечку. Очень просто, быстро и вкусно. Оба рецепта из готового слоеного теста. У меня всегда в морозилке есть упаковочка слоеного теста на случай, если вдруг захотелось чего-нибудь сладенького или нагрянули гости. Через 30 минут чаепитие уже в разгаре. Первый рецепт – это необычного вида тортик, но он настолько вкусный и так прижился в нашей семье, у детей просто улетает на ура. Очень рекомендую попробовать приготовить такой десерт. Все очень-очень просто. Тесто выкладываю сразу на бумагу для выпечки и нарезаю небольшие кубики, приблизительно 2 на 2 сантиметра. Использую нож для пиццы. Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем нарезанные квадратики 15 минут. Я люблю, когда они более румяные. Пока квадратики остывают, приготовим крем. Для крема нам понадобится всего два ингредиента. Сливки, лучше всего 33%, чтобы хорошо взбились. А затем добавляем сгущенное молоко. Перемешиваем. И крем готов. Часть остывших квадратиков выкладываем в миску и добавляем крем. Все сразу перемазывать не рекомендуется, иначе они могут раскрошиться. Аккуратно перемешиваем и выкладываем в креманку. Точно так же перемазываем кремом остальные квадратики и выкладываем в следующую креманку. Не терпится попробовать. Как всегда, отлично. Подавать можно сразу, но когда тортик пропитается, он еще вкуснее. Второй рецепт – слоечки с ананасами. Снова быстро, просто и вкусно. Я использую консервированные ананасы колечками. Выкладываю их на бумажное полотенце и промакиваю сверху, чтобы убрать лишнюю влагу. Берем лист слоеного теста, немного раскатываем и разрезаем на полоски. Затем берем колечко ананаса и оборачиваем его тестом. Вместо ананасов можно взять яблоки, тоже получается вкусно. Затем выкладываю на противень, смазываю взбитым яйцом, посыпаю кунжутом и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вот такие слоечки получаются. Делитесь этим видео и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не потерять рецепт. Обратную связь жду в комментариях. Напишите, что вы любите готовить из слоеного теста. Не бойтесь экспериментировать и берегите себя. Пока-пока!